черемуховый чай. Чай из ферментированных листьев черемухи весенней. Свежие листочки появились на черемухе, мы их ферментировали. Ферментируется просто. Можно положить их в морозилку и потом уже высушить в духовочке или на солнышке. Или просто скатать, как иван-чай сушим. Положить в кулечек под пресс на ночь. И потом тоже высушить эти листья. Можно просто листья в чай добавить. Ну вот делали из ферментированных. Он тогда получается более насыщенный. Аромат такой приятный у черемухи. Можно даже цвет добавить. Ну, вообще чай из листьев черемухи отличный. Добавляем, можно через мясорубку даже их потом пропустить. Эти листья лучше ферментируются. Вот такой вот чаек. Можно в термокружке заварить.